Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу все, что ждет вас этой весной 2024 года. Да, дорогие, весна, я не просто ее называю весна возможностей, потому что на самом-то деле это самое яркое, энергичное и активное время в этом году, когда вы сможете пройти много трудностей, зарядиться энергией. Вообще, в принципе, энергия будет идти на таком максимуме, когда вы сможете продуктивно решить многие свои проблемы и задачи. И здесь, конечно же, кто на что способен, кто во что горазд. Конечно же, для вас, как для скорпионов, есть еще один такой момент в этом году. И это конец октября и ноябрь этого года, но это уже будет потом, уже, конечно же, пройдет сколько времени до того момента, как мы придем к тому отрезку нашей жизни. А сейчас, конечно же, весна, энергия на максимуме, все цветет, все распускается, все способствует к развитию, к процветанию. И, конечно же, на этой ноте, на этих эмоциях вам, ну, пора раскрываться, да, пора как раз-таки идти туда, куда вы хотите, в свое развитие, в свою реализацию. Спросите меня, как будет происходить ваше развитие. Ребят, не скажу, что как-то будет очень легко. Ну, почему? Потому что у скорпионов легко не бывает. Скорпионам всегда вот оно происходит вот так сложно, вокруг события масштабные происходят. Ну, естественно, истинный скорпион, тот, кто черпает свою энергию солнца скорпионева, да, тот, естественно, находится в ладу с собой, когда вокруг происходят мероприятия массовые, различные, катаклизмы, катастрофы, события, какие-то властные группировки, структуры. И скорпион прекрасно между этого всем занимается своими делами, разгребает все те свои завалы и просто строит свою карьеру, бизнес, работу, дело жизни, развивает свое хобби. Называйте это как угодно, но из слов в басне, и из басни слов не выкинешь, да, поэтому, да, мои дорогие скорпионы, скажу так, что есть несколько моментов, отягощающих вашу жизнь этой весной, но в целом, если вот так посмотреть, то весна, я бы так сказала, для вас будет складываться очень даже хорошо. Если мы будем говорить про март, то в марте, конечно же, прекрасное время для того, чтобы договариваться, коммуницировать, ездить, переезжать, активно строить платформу для будущего реализации. Да? Особенно если вы начнете до коридора затмений, у вас получится очень классно, очень хорошо. Получится, я бы так сказала, на лайте, получится без отягощенных обстоятельств, без сложностей. Вот это вот все масштабно размножить, договориться, наладить, я бы так сказала, все те моменты, сделать работу над ошибками, где раньше вы не могли этого всего сделать, да. И здесь, конечно же, понимаете, что в марте будет какие-то моменты значительно легче, да, то есть не будет больших таких отягощающих обстоятельств, но и энергии на это будет меньше, я бы это так сказала, потому что все-таки Скорпион — это тот знак, который активно развивается и ведет свои активные действия, когда вокруг происходит все вот так вот сложно, много напряженных аспектов, много там противодействий и тому подобное. Но в марте у Скорпиона все будет происходить как-то вот легко, просто. Здесь главное не залениться, я бы это так сказала, да, действовать, да, потому что очень часто Скорпиону, когда нет вот этого противодействия, да, когда нет каких-то таких ограничений, ему неинтересно. Поэтому здесь вот понять, что ну, вот этот вот интерес, и когда вроде как будет казаться, что подозрительно спокойно. Вот в это подозрительно спокойно необходимо как раз таки действовать, да, потому что в коридор затмений, который начнется с 25 марта по 8 апреля, вот реально будет сбоить коммуникация, ваш управитель на Плутон будет в квадратуре с Меркурием, и вот захочется прям вот немножечко покричать, поругаться, разойтись с мнениями, проконтролировать кого-то лишний раз, да, и вот это будет отнимать очень много энергии, очень много терпения, поэтому здесь, конечно же, не пылите.
Понимайте, что момент этот временный, он обязательно пройдет и сменится другим классным моментом, который будет приносить и прибыли, и деньги, и путешествия, и финансы. Это как раз-таки уже после коридора затмения и до 20 апреля. Здесь, конечно, хорошее время для прибыли, для вкладов, для покупок, для продаж, в том числе, если вы хотите что-то такое купить, или же вложить, в том числе хорошее время для этого, получится удачно сделки, поездки, путешествия, смены места, локации, расширение горизонта, масштабирование, занятия творческой деятельностью, в том числе то, что требует такого масштаба прям деятельности. Действуйте активно. Да, этой весной будет сложно. Этой весной будет сложно, потому что Плутон находится в Водолее, и он только, я бы так сказала, в нашу эпоху учится быть в Водолее, потому что последний раз он был в Водолее, это было несколько сотен лет назад. Поэтому сейчас мы учимся все вот на вот этой энергии. Вы, скорпиончики, больше всего вам волнительно и сложно развиваться в новой реальности и развиваться в этой новой реальности еще вот до первой недели мая необходимо, и поэтому оно будет все вот так немножко нестабильно, сильно нестабильно, да, привыкнуть к новому времени, к новому размаху, к новым правилам игры, и здесь, ребята, привыкайте. Кризисы, которые вас будут ждать, очень сильные и мощные, они в основной своей массе будут связаны с вашим эго, потому что там в конце апреля с 20 по 30, я бы это так сказала, что моменты, когда вам захочется навести порядок, испортить отношения, показать, кто я, зачем я, для чего я, и здесь начнете с себя, начнете в партнерских отношениях, да, закончите такими четкими разбором любовной своей сферы. Естественно, у скорпиона, если не получается в работе, сразу под снос идет личная жизнь. Это нормально. Здесь вот аккуратнее мачете доставайте. Понимаете, что это нормальный такой ход событий, вам просто необходимо выработать терпение, урегулировать вот эту всю историю, и тогда будет хорошо. Ребят, правда, будет хорошо. Как бы не воздушные такие замки, говорю, реально, но нужно прям поработать над отношениями, ну, для того, чтобы, ну, май сложился очень даже хорошо, выгодно и стабильно, но необходимо наладить коммуникацию, иначе весь май потратите не на получение прибыли, да, с учетом того, что в начале мая, со 2 мая начинает разворачиваться Плутон, ваш управитель, берем 3 дня до, 3 дня после, он останавливается, тормозится, разворачивается, то есть на вот эту всю манипуляцию, то есть первая неделя мая у нас выпадает на разворот Плутона, поэтому здесь, естественно, что у нас? У нас станет колом те моменты, которые мы связаны как раз-таки с большой, масштабной, интересной деятельностью, реализацией. То есть, если вы не внедрили ранее, то есть март, апрель, да, то, ребят, начинается такой момент кризиса, когда все становится на такую, на большую паузу. Когда все то, что планировалось и хотелось, если вы отложили это на май, то здесь такой момент, что это остановится и вряд ли получится так же быстро реализовать, потому что, напоминаю, потом Плутон начнет катиться с 7 мая, как раз на неделю, в ретроградном движении, но еще все-таки по Водолею, и катиться он будет в Водолее аж до сентября будет катиться еще по знаку Водолея, но уже в ретроградном движении. Поэтому все то, что вы внедряли с конца января, февраль, март и апрель, если вы там что-то не доделали, есть возможность сделать работу над ошибками в этой сфере, получить с тех проектов, которые вы тогда начинали, деньги в том числе. И май прекрасное для этого время, если вы сможете договориться, потому что Плутон начинает ретроградить и входит в квадратуру с Меркурием опять, и все те вопросики, которые были в апреле, они опять встанут вот в коридор затмений, которые были в конце марта и в начале апреля, они опять встанут ребром, опять все те же договора, которые не осуществились, все те же договоренности поставки, доставки, все те люди, которые пообещали золотые горы и не сделали, то есть они опять в мае будут в прямом смысле
напрягать. И здесь необходимо, либо вы сразу делаете, как вы хотите, и описываете, и оцениваете все риски, закрепляете документационно все риски, а я вам говорю, закрепите документационно, это будет лучше. Ну, либо же имейте вот такое безграничное терпение, если вы не любите возиться там с документами, да, для того, чтобы себя как-то обезопасить, да, имейте такое большое терпение для того, чтобы потом просто разруливать эти вопросы, ну, это терпение, конечно же, будет изматывать, эти вопросы будут изматывать вот прям с 7 и по, ну, 23 мая. Это такой, я считаю, большой-большой срок, который было бы классно потратить на что-то другое. Ну и, конечно, потом май закончится все теми моментами, все той же возможностью, которую у вас не получилось ранее, то есть если у вас какие-то моменты там переезда, отъезда, командировок, расширение масштабов деятельности, то здесь, конечно же, последняя неделя мая прекрасная, идеальная, без каких-то напряженных аспектов, без отягощающих каких-то моментов. Будет получаться, ну вот если так сказать, легко, на изи. И здесь понимаете, что, ребят, да, придется повозиться в каких-то моментах. Где-то будет хорошо, где-то можно хорошо вложить деньги, где-то будет страдать сфера отношений, где-то необходимо оставить очень много терпения для того, чтобы, ну, реализовать все то, что вы хотели. Я знаю, вы не очень любите вот вырабатывать терпение к тем людям, которые не понимают, не слушают, не выясняют с первого раза. Очень хорошо вас понимаю, да, то есть и таких хочется сразу максимально от себя оградить, но, к сожалению, с такими людьми придется работать тоже, и здесь просто, ну, воспитайте в себе такого терпеливого скорпиона, который будет снисходительно относиться к всем тем людям, которые косячат, потому что, поверьте, косячить они будут. Причем косяки, они будут такие, очень такие простые, забавные, смешные, но будут забирать много времени, поэтому здесь не пылите, не тратьте энергию, куда вам, ну, не надо ее тратить, понимаете, нарисуйте себе цель, действуйте, действуйте активно, это весна. На потрясающих аспектах, на самом деле, для реализации, для получения прибыли, для вложений, для покупок, для продаж, для переезда, для вообще, ну, грандиозных планов. Я даже не знаю, про что вам еще сказать. Если у вас есть вопросы, оставляйте под этим видео вместе с датой, время, местом вашего рождения. Для меня это очень важная составляющая, чтобы ответить персонально вам, ну и, собственно, ваш вопрос. Потому что я надеюсь, вы умные скорпионы, и вы понимаете, что на планете у нас 7 миллиардов людей, да, где-то примерно 700-800 миллионов это скорпионы, все разных возрастов, национальностей, менталитета, принципов жизни, и у всех одинаково не может быть. Поэтому вот эти три составляющие и ваш вопрос, это обязательная история, которая мне нужна для того, чтобы ответить вам корректно на ваш вопрос, что вы хотите сделать этой весной. Открыть бизнес в такое-то время, пойдет, не пойдет, ну как мне обычно отвечают? Ну, то есть, примерно вот такие вопросы. Если, конечно же, у вас нет времени ждать, пока у меня дойдут руки, чтобы ответить вам на ваш вопрос, в описании канала есть ссылочка, записывайтесь на консультацию, там, я не знаю, что вы хотите решить, или сразу на прогноз, или на натальную карту, вы не знаете, запутались, кто вы, про что вы, какой вы скорпион, что вам делать, на чем зарабатывать. То есть, для этого, естественно, есть натальная карта. Но, ребят, все вопросы, которые только, может быть, все описано в описании, на сайте в ссылочке. Поэтому, ребят, действуйте. Еще раз напоминаю, что эту весну я не просто так называю «весна возможностей», потому что лето и осень, это будет поистине сложное время. Почему оно будет сложное? Потому что там не будет столько много энергии. Энергия, запала, активность, она вот есть сейчас. Вот сейчас она есть, сейчас вы ее внедряете, сейчас вы действуете, вы получаете все то, что вы хотите, к чему вы шли давно, сложно, переживаниями, волнениями, но делать это необходимо сейчас.
Почему? Потому что коридор затмений в прямом смысле заряжает темп развития, и после коридора либо вы достойны, если вы потрудились, если вы делаете, да, то есть если вы в коридор затмений проходите все те уроки, которые вы откладывали на потом, ну какие вопросы? Это все кармические задачи, то есть если вы проходите, разбираетесь со своей кармой, разбираетесь со всеми своими прошлыми деяниями, выруливаете их в плюс, либо поднимаетесь на новый уровень, да, то есть повышаете свою карму, можно по-разному это называть, ребята, да, вкладываетесь в этот мир, вкладываетесь в себя прежде всего, да, то здесь, понятное дело, то вы приходите к тому, что вы хотите, да. Если же вы это все отрицаете и считаете, что мир вообще не такой, я в этом мире потребитель и ничего не должен сюда приносить, кстати, добрая половина скорпионов именно так и думает, ребят, тогда, к сожалению, путь ваш будет длинным. Не ставьте себе такие трудности по жизни, потому что я знаю очень много скорпионов, у которых трудности в жизни, конечно же, есть, но они считают, что они здесь для того, чтобы творить этот прекрасный мир и вычищать весь тот негатив и всю ту мерзость, которая есть. Поэтому, да, мои дорогие, все зависит от того, какого птица вы полета скорпион, точнее, какой вы скорпион, да, по каким горам вы ползаете или нишам. И здесь, конечно же, все зависит только от уровня нормы каждого. И я, конечно же, всегда вам говорю, идите по высшим этажам своего классного, потрясающего знака, потому что там больше горизонты, потому что там больше возможностей и больше реализации ваших желаний, потому что у вас их очень много. Кстати, в конце ролика обязательно прикреплю большое часовое видео про скорпионов. Посмотрите, это бесплатно, это интересно. И, по крайней мере, мне все, кто смотрит это видео, всегда оставляют там какие-то классные комментарии. И им так нравится, что они про себя что-то новое узнали, что они себя разглядели, что они теперь все поняли. И им понятно, почему это работает именно так. И им кто-то это вот так взял и разжевал. Поэтому, ребят, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце, по классике, актуальные ролики для того, чтобы вы посмотрели, оперелись на них и сделали верное решение для того, чтобы свою жизнь улучшить. Потому что если живет хорошо скорпион, то все остальные знаки зодиака тоже счастливы. Никто не негативит, все идут дружной компанией к реализации. Каждый своим путем, правда, но у каждого свой путь и должен быть, и это нужно понимать. Ребят, спасибо, что были здесь. Надеюсь, что была полезна. Оставляйте вопросы. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!